тут едем мимо, увидели, девушка стоит, вон там интересная, надо выйти пообщаться. Пойдем пообщаемся. Давай. Бля, вы заебали. Привет. Привет. Ты, кстати, классно выглядишь, что даже прям захотелось выйти из машины и к тебе подойти. У тебя такие кеды прикольные. Как такие копытца, короче, какого-то маленького прикольного зверька. А ты еще на улице-то? Жить негде. А. Подруга, она едет, а я спряталась от дождя. Она на тачке или на метро? Нет, она на метро. А, ты прям какая-то вся рваная такая вот в этих местах. Ты очень молода, мне кажется, да? Да нет, наоборот. К сожалению, уже мне уже 18, да, или сколько там, 20? Нет, мне 27. А можешь? Да ладно. Да. Тогда вообще, да, вот убери телефон. 28 через месяц. А как так вышло, что ты выглядишь, ну, лет там на 18? Не знаю, все так говорят, нет. Слушай, ну это нет, это определенно неплохо. А как тебя зовут? Меня зовут, но я не знакомлюсь. Да, а не мы не знакомимся, я спрашиваю, как тебя зовут, спрашиваю. А, меня Вова, кстати. Очень приятно. Которая вросла прям в стену, ты сейчас замораешься, будешь, да, красный. Нет, наоборот, а что это? Ты говоришь, я не знакомишься, там, откуда эта категоричность? Ну, я замужем. Ты замужем? Да. Ты замужем. Подожди, а как так вышло? Подожди, а где кольцо? Я в гражданском браке. То есть ты живешь с мужиком? А, ну, давно уже живете? Да. А почему, ну, не в обычный брак не перешло? Ну, пока так. Какие-то странные у людей отношения, мне кажется, ну, если там пожить месяца, ну, вернее... Не, ну, я недавно живу полгода. А, ну, там прям любовь-морковь и все дела? Ну, да, я переехала с другого города. Откуда ты переехала? Из Владивостока. Ну, у тебя нет акцента, потому что во Владике говор такой, как бы, обычно... Какой? Ну, ваш владиковский какой-то там. То есть мужик забрал в Москву, да? Да. Офигеть. Не, ну это хорошо. А что, прям любовь-морковь или... Если он тебя выгонит, ко мне переедешь, какая разница? Да нет, он не выгонит, я думаю. Ну, мало ли, что может случиться. Слушай, ну ладно, не, на самом деле это... Раз уж ты из Владика, то, наверное, не стоит там... А то получается, и он тебя выгонит, и я потом куда-нибудь свалю. Я еще ненадежный тип такой. Тем более. Хотя ты реально очень прикольно выглядишь. Особенно тапки, они уже сверхмодные. Слушай, ну тебе офигенского вечера. Спасибо тебе тоже. Вот. А муж-то, ну, как бы взрослый, нормальный чувак. Да, нормальный. Деньги зарабатывает там. Тебе что-то покупает. Конечно. Ну это же здорово. Все, тебе, да, не тебе не намокнуть, потому что здесь какая-то прям, это подруженцы, наверное. Привет. Здорово! Привет. Это, кстати, новый муж. Слушай, у меня есть такой вот такая просьба. Ты можешь, и потом я растворюсь, то есть как супер желтый человек там, или как это называется, довести меня под зонтом до тачки. Ну, я намокну, и будет пипец. Пожалуйста. А где тут переход? А нет перехода? Нет, я не. Ну, почему? Потому что мне живая дорога. Нет, смотри, я тебя доведу до тачки, а потом обратно, когда машин не будет, перебежишь. А можно я... Блядь, а тут никак тебе зонт не передать. А переход, не, ну, то есть, смотри, печалька в том, что я намок. Ну, ладно. Еще раз. Ты прям вот сама доброта, я смотрю. Хотя бы до дороги. До дороги. Пойдем. Пожалуйста. Все, пока. Люблю, когда вот так вот несут зонт. Да. Сейчас, погоди, мы постоим просто, как будет удачный момент, когда машин не будет, я побегу. А тебя как зовут? Дочка. Классно. Ты тоже из Владивостока? Да. Что-то сегодня весь Владивосток в Москву переехал. Сейчас прям 30 секунд.
Короче, я побег. Все, давай, спасибо, хорошо. Спасибо. Да не выключай пока, или выключил уже? Нет, конечно. Да, короче, девушка замужем. Ну, или как там, за гражданским мужем. Ну, как-то так. Мне надо пробовать, ребят, еще раз, да. Опять же, если вы не будете пробовать, ну, вы не получите вообще ничего. Так, глядишь, хоть что-то да получится. Вот. Опять же, к чему все это говорю? К тому, что у вас есть офигенная возможность попробовать, которая предоставится вам 15 августа, соответственно, записаться на мой тренинг, который... который все вопросы, связанные с женщинами, закроет раз и навсегда, и я думаю, почему бы не попробовать. Все подробности под видео, пишись, увидимся на тренинге, счастливо, пока.